Топография трех и четырехстороннего отверстия. В задней стенке подмышечной впадины между мышцами образуются два отверстия, через которые проходят сосуды и нервы из подмышечной области в дельтовидную и лопаточную. Давайте сначала нарисуем заднюю стенку подмышечной впадины. Спина, лопатки. Значит, форамен квадрилатерум. Форамен. Квадрилатерум. Граница. Снизу. Мускулус. Терес. Майер. Снизу. Мускулус терес майер, сверху мускулус терес минор, мускулус терес минор, мускулус субскапулярис, мускулус субскапулярис. Большая круглая мышца, малая круглая мышца, подлопаточная мышца. Медиально длинная головка, мускулус трицепс капут лонгум, мускулус трицепс длинная головка трехглавой мышцы, длинная головка трехглавая мышца. Латерально. Хирургическая шейка плечевой кости. Хирургическая шейка плечевой кости. Через нее проходит нервус аксилярис,
подмышечный нерв и ваза циркумфлекса хумери постериора. Задняя артерия вена, огибающую плечевую кость. Следующий треугольник. Форамен. Форамен. Три латерум. Трехстороннее отверстие. Трехстороннее отверстие. Граница. Снизу. Снизу. Мускулюс. Терес. Майер. Большая круглая мышца. Сверху. Мускулюс. Терес. Минор. Мускулюс. Суп. Скапулярис. Подлопаточная мышца. С латеральной стороны. Латерально. Длинная головка. Головка. Мускулюс. Трицепс. Трицепс. Длинная головка. Трехглавой мышца. Наружная граница. Через него проходит ваза циркумфлекса скапулы. Сосуды, огибающие лопатку. Трехстороннее отверстие, форамен трилатерум. Четырехстороннее отверстие, форамен квадрилатерум.